Йо-йо-йо, всем привет, это канал Базука, а мы продолжаем играть в Assassin's Creed Valhalla. Так, значит, что, в прошлой серии я тут, значит, говорил о том, что хочу собрать вот эти все точечки, быстренько пробежаться. Не знаю, насколько быстро у нас это получится, успеем ли мы к заданию вернуться. Сейчас постараемся это сделать. Так что быстренько сейчас все это дело соберем. Не знаю, надо оно это нам не надо, но просто честно хочу, чтобы все это было собрано, не мельтешило эти точки все. Опа, 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 кто, волки. Да хорош! Хорош. Есть. Он так топором-то орудует неплохо, да? Ладно, на. Хорош. Так, надо будет посмотреть потом еще, что там, может прокачать, что где можно. Не понял. А, здесь лежит, да? А я не взял? Вот, смотри, уже точечку одну собрали. Так, тут у нас теперь где-то вот здесь. Насколько я помню, тут типа зараженная земля, что ли, будет. Где это понять, где это находится? Это прям здесь. Стань моими глазами, Сюнин. Не понял. Не понял. Не понял. А вон где-то внизу, а как туда попасть? Ну-ка, лошадь, это пещера. Где ты? Стой, это пещера точно. Где-то, значит, вход в пещеру в это есть. Искать надо, искать. А, так может это где-то здесь был вход? Вон же вход в натуре. Да? Да, смотрите. Реально. Это же здесь вход. Так, хорошо, у меня есть взрывчатые стрелы, это вообще отлично. Опа, тут что-то темно-то. Ну-ка, стой. Где? А, блядь, ёб твою налево. Где там факел? Зажги факел. О, отлично. Так. Какой-то ключ. Угу. Так, тут какой-то камень, тут какой-то ключ. А, тут древний свиток. Карта сокровищ. Кстати, карта сокровищ. Мы же до сих пор еще вообще не искали никаких сокровищ. А карту уже так, в принципе, порядком набрали. Так, где ключ был? Вот тут. Погнали. И вот там еще что-то лежит. Железная руда да кожа. Это хорошо. Так, старая подушка. Серебро. Все, да? Все собрали. Можем валить отсюда.
сейчас по карте глянем. Да, все взяли. Так, теперь сюда вот на это озеро. Тут какая-то загадка и еще что-то. Быстренько сейчас туда домчим. Кстати, карта сокровищ. Ну-ка посмотрим, что за карта. Предметы. Так, сумка. Коллекционные предметы, товары. С карт сокровищ, вот. Так, карта сокровищ Оксенбордшир. В южных вересковых пустошах Оксенбордшира есть большое пастбище. Скот там служит мне стражей и отгоняет от меня демонов. Найдите странное дерево, что бросает тень на небольшие развалины. Меня отыщешь ты там, где прежде текла вода. Ее затухший блеск еще жив во мне. Вот, вот это, конечно, вот загадочники вот эти вот все. Это сложно отгадать. А, как-нибудь посвятим просто серию поиском сокровищ. Посмотрим, где сокровища спрятаны. Еще что сегодня вспомнил. У нас же там какое-то задание трех сестер есть. Тоже надо будет это все дело поискать. Трех сестер, чтобы там собрать вот этот предмет. Где он? Нет, не здесь. Вот здесь. Во-во-во-во. Вот здесь вот поместье там какое-то, там что-то какие-то тайны, расследования, страсти всякие. Надо что-то рассказать, это будет как-то подумать. Может погуглить, что да где найти. А если может кто знает, в комментариях напишите, где искать этих трех сестер. Так, все, до озера доскакали, да? Так, там у нас задание. Ага. Походу вниз. Пошли, реально. Во. Туда-то нам и надо. Добыча. Хороу. Так. Кстати, еще металл. Железная руда. Так, а вон там задание находится. Вообще что-то ничего не видно. Темнота. Мама очень разозлится. Эй, ты кто? Эй, кому ты кричишь? Здесь никого нет. Своему брату. Он теперь вон там. Гоблин превратил его в рыбу. Гоблин превратил его в рыбу? Он не хочет вылезать и помогать по хозяйству. Мама страшно разозлится. О, что же мне делать? Это не та рыба. У брата карие глаза. Нужно вытащить его из пруда. Будет нелегко. Он вредный и скользкий. Уолтер, ох и попадет тебе, когда мама про все узнает. Она запретила говорить с гоблинами. Так, стихотворение о рыбалке. Новый день настает. Петр к запруде идет. Надежду лелеет увидеть скорее юрких блестящих рыб хоровод. Отлично. Да, получается, надо рыбу поймать. Да? Поймать рыбу надо. А мы ловить рыбу-то не умеем. Да и удочки у нас нет. Не ходил я еще за этой удочкой. Поэтому придется тогда это задание здесь оставить, наверное. На время. Хорошо, погнали дальше. Куда ты зашел? Вот сюда погнали. Вождь. Надо все-таки сходить, удочку надо надыбать. Там еще надо наловить рыбы для какого-то там близка, что ли, или жертвоприношения. Тоже вот непонятно, там еще что-то рядом с этим какого. Ой. Пацан-тре.
Ебать, промахнулся. Больно. Умри. Вперед, братья, к победе. Ну, хорош. Кто еще? Еще кто? Ой. Я, у нас последняя стрела осталась, может пригодится. Так, что, с тебя стрелы упали? О, хорош, одна упала. Так, что тут-то? Что у нас тут, где? Отодвинуть надо. Нормально, запрятали. Так, что еще? Что еще? Что, где еще? Вот тут какая-то белая, что тут такое? Погнали, тут так добежим недалеко. Вот это? Морда у тебя, как у пуганого бобра. А у тебя, блядь, как ты нахрен, что, у кого? Нет, просто смотрю, эки ты тщедушный воробушек. Охота ославить тебя в стихах. О! Флютинг. Самую точку. Рэпчика хочешь, рэп-баттл, да? Давай. Охотно сражусь. Давай. Давай среднюю вот ставку. Вот мой заклад. А теперь начинай. Надеюсь, ты готов. Так, сейчас я надо внимательно. Я взлечу над тобою, дитя. Я тебя точно муху прихлопнул, шутя. Йоу! О, давай дальше! Силой страшной моей испугался б медведь. Во, вот это, да? Ты сам с перепугу успел облысеть. Хорош, хорош, вот это нормально. Лев, а в любви жеребец. Только умным ты слыл бы лишь в стадии овец. Мне нравится. Я смотрю, о зверях часто ты говоришь. Хоть ты мнишь себя львом, но на деле ты мышь. Ха! Речи остры, как когти орла. Забирай свой выигрыш. Да, мне в рэпчике нету равных. О, надо харизму повышать, смотри, уже почти третий. Так это не тот был, да? Это не то задание было. О, кстати, еда. Нормально зарыбчевали, зарыбчевали, нормально. Смотри, вон это. Угу. Я понял. Я понял, куда там нам надо будет. Ага, я понял. Ща. Полезли туда наверх. Это набросок у нас. Куда ж ты, блядь, прыгнул-то? Ну. Блядь, сейчас не успеем нахуй. Блядь, вот куда делся листок? Да ну нахрен, а? Придется все заново бежать.
набросок татуировки надо собрать вот это. Вот тут почти догнал же его, надо было кнопку прожимать. Ой, да идите вы нахуй, не хочу с вами. Не до вас. Не до вас нам совсем. Все, еда. Погнали еще разочек пробежимся. Так, там на треугольник, по-моему, собирать надо, да? Давай, 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 давай. Ну, ну. Есть, получен наброс. Так, что у нас еще? Что у нас еще тут есть? О, можно в речку сгонять вон туда. Да? Можно сгонять. О, припасы, это, кстати, неплохо. Так, и еще у нас тут остается 4 точки всего собрать. Раз, сюда погнали. В смысле? Давай бей. Заруби его, вот, все хорошо. Так, есть контакт, да? Что у нас тут еще? Вот сюда. Погнали. Ага, вижу. Так, нам бы еды еще набрать бы надо бы. Надо бы еды еще набрать. Стоп. А, вот сюда. Да надо, короче, завалить их, да и все.
Так, подбегаем почти. Оп. На. На. Оп. За грехи. Сокруши врага. Кто еще там? Там стреляешь, ты видишь что? Все, готов. Готовчик. Так, и что последнее тут осталось? Где-то еще вот здесь собрать все. По дороге бы еще еды найти нам бы тут. Не теряем бдительность! Сейчас этого первого уберем. Хорош. А еще один такой есть, да, золотой? Ну, золотой, блядь. Ну-ка. Хорош. Уж можно-то, а? Где этот? Добыча-то. А, вот, да. По-моему, псин трусливый ты. Поэтому ты умрешь. Все, мы все собрали. Вообще отлично. 20 минут нам потребовалось, чтобы мы все собрали. Одно задание выполнили, потому что у нас нет удочки. Вызываем лошадь и гоним по заданию. Давай, хватва, погнали. Так, по дороге надо еды собрать. По дороге еды собрать. Волки, волки не надо. А вот еда, кстати. Нормально. Но так. Тут куда лучше кровь мученика. Какой-то ключ. Эй! Пьянь вонючая! Глядите! Эйвор идет! Проследи, мы с тобой, Эйвор! Хватило стрел на всех! По 20 на человека! Остановят. Слава Генрику! Нас не остановить! Этих сюда, в боевом Эйвор! Порядке! Генрик и победа! Ключ от второго сундука. Вот хорошо прокачал, урон теперь меньше наносится от таких прыжков.
второго сундука. Здесь, наверное, ключ от первого сундука. Небось, это понадобится. Да ладно. Через верх. Стоп. Ой, а вот это, кстати, надо. Здесь золотишко лежит. А, ну тут можно не тратить стрелы. Нужно вот лежать. Мысли. Что происходит? Ключ от первого сундука. Так, кожа, железная руда. Здесь уже выйти нельзя, да? Только через верх. Не здесь, что ли, вход, да? Так-то очень похоже, что здесь. Боже, когда же мы будем готовы? Так, в смысле, а как туда попасть? Не понял. А, все, понял. Обряд Камова. Опрощение и молись Христу, но для придания храбрости в битве обратись к старым богам. Принеси барана в жертву рогатому Камову, и твоя отвага поразит даже самых грозных богов. О, моя. А где тут Камов? А где баран? Здесь ничего нет. Так, серебришко чуть-чуть. Оп. Слиток никеля. Нормально, нормально. Пригодится. Не знаю, что с ними делать только. Наверное, для прокачки, да? Мы что-то вообще ничего не качаем. Ни снаряжение не качаем. Ничего не качаем. Просто тоже, какое качать снаряжение, непонятно. Пока я еще не нашел то, что мне нравится, вот честно говоря. Так, если взять все посмотреть, что у нас есть. Что мы можем прокачать? Колчан, вот что надо? Какие-то 4 листка, я вообще не понимаю, где мне их взять? Что это такое вообще? Что-то как-то крафтится, блядь. По оружию тоже пока непонятно. Для двух рук. Мы сейчас с каким бегаем? Ну, с этим бегаем. Топор. Урон возрастает после каждого попадания до 10 раз. В принципе, нормально. Скорость возрастает с каждым попаданием до 10 раз. Это для двух рук, для двух рук. Железная звезда. Чтобы усилить до безупречной. Отнесите Гунару. А, Гунару до безупречной усилить. Да, это тоже Гунару надо относить.
копье есть. Не, ну у нас тут пока получается, да. Получается так, щит, храфон, а, щит, щит, считай, щит. Не, не надо нам щиты никакие пока здесь, да, так оставлять. У меня сейчас одет полностью сет магистра, получается. Плащ магистра, одежда магистра. Все магистра одета. А оно нам что дает? Урон в ближнем бою возрастает по ночам. Дополнительное увеличение урона в дальнем бою. Это надо еще найти, блин. Получается какой-то там шлем, наверное, магистра. Ладно, ничего, пока качать не буду. Задание у нас тут что, новое что-то появилось, что ли? Не знаю. Хорошо, все, погнали тогда по заданию. В принципе, полчаса у нас. Эй, ты нанес Идвин пару ударов? Да, скоро она почувствует боль. Прекрасно. Мои люди жаждут идти на приступ немедленно, но это глупость. Почему? Много ловушек, а Идвин подготовилась к осаде. Сначала нас изрешетят ее спрингалды, потом обварит кипящее масло. Пусть воины будут наготове. Я проберусь внутрь и попробую что-нибудь сделать. Разрази меня гром, а ты не промах. Так, что-то тут не собрали. Так, нашел я как себя залезть, в принципе, понятно. Найдите, выведите из строя укрепление замка спрингальдов и котлов с маслом, выведены из строя или уничтожены. А, уничтожить, вывести из строя. Куда? Это нам надо. А, да, вот этот замок. Ну, я так и думал, что придется здесь, в этот самый идти. В смысле, я выключил задание, а? Ты что, издеваешься, что ли? Подключить его. Нам куда? Нам туда. А, сейчас будет стелс-миссия, да, я так понимаю. Ну-ка давай. Тюнинг.
Да тут везде. Блин, да вы что издеваетесь? Ты тут вообще весь замок нужно пробежать. Так, а там у нас что? Какой-то ключ. У нас там где? В общем, тут большой замок, да, уебин этой. Я не знаю, можно потихо попробовать. Можно погромче пойти. Здесь мне точно не рады. Кто там? Будем тогда потихо, да и не потихо. С виду замок неприступен. Идвин будет стоять насмерть. Арбалетчик минус. Этот минус. Все. По минусам. Тренируй обратно. Ой, блин, сколько тут людей-то, а? Запалили, а вроде и нет. Мне тут не спалит, если я пробегу быстренько, а? Наверное, нет. Куда ты, блядь, вот все прыгаешь-то, а? Блядь, вот идиот, нахрен. Блять, да залезь ты! Пиздец какая ты, короче, блять, ты тупая хуйня, а? Опять ты тупая, блядь. Потихо, как всегда, не получилось, а? У меня тут хагрится просто вся армия, нафиг. Блин, они стреляют из всех мест. Так, что тут надо-то искать? Где? Что уничтожать-то? Хорошо. Блин, да ну нафиг. А, вон что мне надо уничтожать, я понял. Спрингалды — это стрелометы. Выведу их из строя. А что, меня не видишь, бородатый? Блин.
еще вон они минометы. Вот стрелометы еще. Подождите, 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 я тут просто пробегаю. Просто пробегаю, все. Сейчас тут кое-что подожгу. Все. Да, да выведи из строя, о, все. Блять, со всех сторон стреляет, а? С нами милость божья! Погоди. Блин, меня сейчас раздавали, реально тут со всех сторон спаляют. Стоп. Вижу, вот кто целит, а? Сломай ты нахрен ее, а? Есть. Это болит. Я понял. Я не понял, почему у меня там эта штука-то внизу не взорвалась. В чем дело-то? Что не взрывается? Взорвалась. Ну давай. Перезаряжается. Ох, ох, еда, 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 еда. Хорош. И еще. Уберите эту тварь от меня. Так, тут добычка какая-то, что заберем. Вон там, стреляй! Обойдем врага, мой осел! Христос сегодня с нами! Есть. Так, что там надо еще-то уничтожить? Еще многое нужно сделать, но уже можно идти на приступ. Гедрику пора вести людей в бой. Я вот это не понимаю, как нужно вот это вот уничтожить.
так, типа. Что это? Пожар. Хорошо. Ты заплатишь. Господь нам поможет. Мы справимся. Я дышу тебе в спину, наконец. Еще кто? Да я всех вам так положу. Пойди, держимся вместе. Просто булава вообще отличнейшая вещь. Хоть она долго разгоняется, но потом дамажит вообще. Ой, да ладно. Хорош минус башка. Давай. Еще и ядом. Да, хорош. А что, пацаны? Да, ядом тебе. Так, что тут еще смоляет, да? Еще есть. Хорош! Да ну, блин, что ты нахуй делаешь? Уходим. Хорош минус башка. Так, ну чё у нас тут получается-то? Слабьте хватку. Ну, что с повозкой припасли. Сейчас попробуем уничтожить. А ну нет. Есть. Еще повозку надо искать. А, она там в начале осталась. Так, что еще-то надо? Еще одна повозка. Это еще одна повозка. Че? Что ж, за дело. Темно-лиловую сыроежку. А, это адреналин. Thank you.
Так, надо найти еще одну повозку. Еще одну повозку найти, просто хотя бы ее уничтожить. Сейчас попробуем найти. Христос сегодня с нами. Все, ладно, прощайте. Я не видел еще одну повозку. Не вижу эту повозку. Эти болельщики эти просто надоели, наверное. Отстань. Сейчас вот эту хотя бы уничтожим. А, вот. Здесь я еще одна. Хорошо. Так, что-то по... И все по кругу пробежал, не было повозки. Я думаю, что она там где-нибудь вначале, может, была. Где-нибудь здесь стоит. Не вижу. Ой, что-то я не знаю, где она еще одна повозка. Где повозка, а? Куда спрятали повозку еще одну? Не вижу. Честно, все, отбежал, нету тут повозки. Надо это вообще задание выполнить. Может, мы и так все захватим. В принципе, я тут нормально разворошу. Ну, повозка еще одна должна быть какая-то. Или что-то, что-то вот одно должно быть, чтобы ослабить. Ладно, подожди. Заданием. А, здесь уже все, верните Гедрику. Здесь что-то одно не хватает. Что тут хоть говорят-то на этом задании? Что пишут? Так, ослабьте хватку. Так, чтобы принять все припасы, нападать на его, не прижать эфир. Генрик, вы можете на каких-то воинов не напал на самом деле где-то. Может быть, на каких-то воинов я не напал. Скорее всего, потому что так-то вот тут вот одна не уничтожена осталась все-таки. Блин. Ой, а масло-то я тут тоже не поуничтожал. Ё-моё. Масло тут не поуничтожал.
Ну, в общем-то, так-то много чего сделали, но... Так, сейчас помечу себе на будущее, что тут еще осталось. Значит, здесь вот два масла уничтожить прямо перед воротами. И вот тут вот, получается, нужно зачистить этот... Стрела-стрел, или как, блядь, короче, стрелами стреляет. Арбалет этот огромный, разрушить. Все. И масло. И, в принципе, все, я думаю, достаточно. Окей. Хорошо, давайте здесь тогда остановимся, эту серию закончим. В следующей серии уже пойдем в нападение. Сначала, точнее, там, добьем все, что не добили. Уничтожим Идрин и ее отряд. И вообще замок весь ее разграбим. Все, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.